Привет, меня зовут Стас Давыдов. И сейчас я рассмотрю видео Modern Talking, Yo My Heart, Yo My Soul, Beatbox. Сейчас, короче, идут синтезаторы. Так как все чики пищат, как бы пошел самый крутой момент. In my heart sees a fire, the burning heart. Не, в целом, чувак, как бы он вообще в порядке. Это прикольно, это зашибись. Голос у него крутой, как бы. Он такой классный, нежный, как вот... Как твоя попка. Да, спасибо, Настенька. Остается вот как бы один вот такой вопрос, как бы. Реально, какого хрена надо это делать в автобусе? Не, я могу пояснить только несколькими методами. Стоит чувак, типа, на шоссе и как бы... Эй, он, вон мой автобус едет. Водитель останавливается. Чё, чувак, тебе куда? А он такой, не-не, мне никуда не надо, я просто вот тут вот хочу. Ну или он экскурсовод. Золотое кольцо, экскурсия, 15 тысяч километров по шоссе. Тут лес, тут поле. Все такие сидят, грустят. А он типа, а, уважаемые пассажиры, давайте я вам тут что-нибудь интересненькое покажу. И он такой микрофон хватает и такой. Потом еще вот... Прикид этот, ну, в порядке ушанка, но вот это вот кокарда, это говорит о том, что он как-то по-любому связан с армией. Или это просто обычный тракторист, который убил прапорщика, я делаю его в шапку. Что важно, посмотрите, как он подыгрывает себе глазами. Ну или нет, тогда, предположим, он действительно прапорщик. Стоит на шоссе такой, остановил автобус и говорит водителю, у меня тут рота в лесу стоит, у меня для них маршевые песни закончились, из леса выйти не могут. Можно я тут распоюсь, как бы какую-нибудь песенку спою? И такой опять. You're my heart, you're my soul, I'll be holding you forever, stay with you together. Короче, я считаю, что это хорошо. Следующее видео — шедевр. Идеальное. Видео выложил пользователь Сизиков69, и оно набрало почти 50 тысяч просмотров всего за полтора месяца. Охрененное оно с того самого момента, как я произнесу его название. Димас Каскадер звуковой барьер переходит. Он понял жизнь. Еще раз. Давай еще. Это птица! Нет, это самолет! Может быть, это Супермен? Нет, парень. Это Димас Каскадер! Давай, Димас! Он у меня смотрит телки! Последняя жизнь! Пацаны считают, что все нормально. Нормально. Я считаю, что это хорошо. Следующее видео имеет абсолютно непроизносимое немецкое название. Вкратце его можно изложить как «Футбольшпилен пляер троген сиськин десюдьянин». Немецкий стадион, немецкие болельщики, немецкая судья, немецкий игрок. Ну, как бы, чего можно ожидать? Конечно же, немецкого порева. И мы его получаем... Лично я не могу понять, какого хрена женщина делает на футболе. Женщина? Футбол. Женщина? Футбол. Женщина? Футбол. Женщина? Футбол. Женщина и футбол. Не знаю, как вам, мне бы видео по-любому больше понравилось, если бы там вот такая вот музычка была. Вот это. Довольно не только судья, мы слышим комментатора, который ржет. Он это видео, скорее всего, на просмотре уже несколько раз просмотрел, просто у него сейчас кульминация как раз была. Я думаю, что немецким порно-режиссерам нельзя упускать шанс, и нужно срочно снять порно-пародию на этот ролик. Пробегает футболист, трогает сиську судьи, она такая, о, да, потрогай меня еще. Они сношаются, прибегает команда одна, прибегает команда соперников, они сношаются, прибегают... Болельщики, они сношаются. Прибегает вся Германия, они сношаются. Прибегают фашисты, немецкие танки. И чтобы меня это удовлетворило, обязательно должен быть Гитлер. Гитлер. И в конце концов, у нее же нет сисек. Зато у меня есть. Настенька. Немецкий футболист трогает немецкую судью за сиську. Между прочим, ее еще и зовут Бибиана Штайнхаус. Ну, с таким именем я бы ее тоже потрогал.
На этом все. С вами был Стас Давыдов. И Настенька. И я считаю, что это хорошо. Как-то неудобно потрогал, как бы, ну, так приятнее было бы, на самом деле, он так как-то не той стороной это сделал. Если бы я трогал сиську судьи, я бы потрогал ее вот так все-таки. Как бы все равно спалился, что там париться.